Клуб деловых женщин – наш многолетний партнер. Наша совместная деятельность началась в 2003 году и заключалась в противодействии торговле людьми. Мы работаем и дальше, повышая осведомленность об этой проблеме, а также предоставляем помощь пострадавшим. Горячая линия – ключевой инструмент в этом направлении. Позвонив на нее, любой человек может задать вопрос о выезде за границу и мерах безопасности, чтобы не попасть в ситуацию эксплуатации. Я работаю более 20 лет на горячей линии по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговле людьми. Самая главная задача горячей линии – это информирование белорусов, выезжающих за границу, и иностранцев, которые планируют въехать в Беларусь или уже здесь находятся, по вопросам легализации в Республике Беларусь. Коллеги из горячей линии всегда готовы развиваться и адаптироваться к новым вызовам. Например, в период COVID-19 горячая линия расширила свои услуги и стала консультировать по всем тонкостям пересечения границы в тот непростой период. А с февраля 2022 года стала консультировать граждан Украины по вопросам въезда, транзита и выезда из Беларуси, а также предоставления помощи. В последние два года значительно возросло количество обращений от украинцев. Если мы сравним статистику, то 2022-2023 год в 5 раз. Обращаются украинцы по вопросам въезда в Беларусь, транзита через территорию Республики Беларусь и уже те, которые находятся на территории Республики Беларусь, по вопросам, как найти работу в Беларуси, желательно с жильем, как легально туда устроиться, что необходимо для этого. Перевод документов, медицинское обслуживание, обучение и как здесь правильно зарегистрироваться. Также обращаются с вопросами, где можно получить гуманитарную помощь. Для получения помощи мы перенаправляем их к сотрудникам Международной организации по миграции и объясняем, какую помощь они могут там получить.